Полицейские рассказали водителям о необходимости использовать детские кресла при перевозке малолетних пассажиров и раздавали листовки, в которых подробно рассказывается о видах удерживающих устройств для детей по возрастам. Вместе с ростовой куклой «Зеброй» школьники дарили подарки водителям, которые детей перевозят правильно. На водителей, в чьих автомобилях дети находились без удерживающих устройств и автокресел, были составлены административные протоколы.